Молдавия. 26 июля 1941 года Молдавия была полностью оккупирована румынскими войсками, союзниками Гитлера. В результате преднамеренного истребления на территории Молдавии было уничтожено 64 246 человек, в том числе более 3000 детей. Яско-Кишиневская наступательная операция вооруженных сил СССР, в результате которой Молдавия была полностью освобождена от захватчиков, стала одной из самых молниеносных и сокрушительных в истории Второй мировой войны. 18 дивизий немецко-румынских войск попали в Кишиневский котел и были полностью разгромлены советскими солдатами. В итоге Румыния была вынуждена выйти из войны на стороне Германии. 24 августа 1944 года Красная армия освободила Кишинев от оккупантов. После окончания боев советские солдаты помогали местным жителям строить мосты, взорванные отступавшими румынскими войсками. На восстановление Молдавии из государственного бюджета СССР было выделено 448 миллионов рублей. Катюша, дочекарды,